Во вторник в Самарской области пасмурно с прояснениями, пройдет дождь. Днем плюс 13, плюс 17, ночью 5-7, выше 0, ветер западный 6-8, порывы до 16 метров в секунду. В Сызрани переменная облачность, дождь. Днем плюс 18, в темное время суток плюс 7 градусов, западный ветер 8 метров в секунду. В Тольятти тучи и дождь, днем плюс 17, ночью 6, тепла, западный ветер 7 метров в секунду. В Самаре пасмурно с прояснениями, дождь. Днем плюс 16, ночью 5 с плюсом, западный ветер 6 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 71%, геомагнитное поле слабо возмущенное.